России, Дагестан. Сөйлей Маачкала. Таң яхшы болсун, хурметли радио тыңдаучулар. Сизин үчүн кумук тилде үрлеген беришлерин башлайбыз. Эфирде Яңылыклар деген баялык программа. Яңылыклар деген баялык программа Маашкалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрлө. Микрофонун алдына редактор Нүхей Баматова, режиссер Аида Хасанова. Дагыстан Республиканы Укуматыны председатели Абдумуслим Абдумуслимов Дагыстанны Дербент районуна эткен иши сапарыны барышына ерлі хозяйстваларда юзымны кайтару нечик юрлегенни тергеген. Работаем с вами. Шикарно. Шикарно. Хозяева хорошие, платят хорошо, мы довольны. Ежедневно платят? Да. Платят исправно и работают слаженно. Сборщики винограда на полях трудятся семьями и дружными компаниями. Так и дело спорится, и настроение хорошее. Работницы ловко орудуют ножницами, и грозди винограда падают в ведро. Всем приезжаем, 2 часа полтретьего уезжаем, собираем все и уезжаем домой. Это каждый день? Каждый день. А норма какая? Норма пока... Бывает, иногда там КАМАЗы пока наполняются, ТВСки, пока не наполняются, домой не едем, собираем все и уедем. Все хорошо, коллективно, дружно все. На плантациях акционерного общества имени Наримана Алиева выращивают виноград 8 сортов. Председатель правительства оценил вкус и сладость ягоды, отдав предпочтение российскому ркацители. В этом году здесь урожай ждут в объеме 27 тысяч тонн. Руководит хозяйством Махач Атаев, продолжая семейное дело. Виноградарство – это для нас один из приоритетных направлений в растениеводческой отрасли. Наша молодежь, они уже возвращаются к нашим истокам наших хозяйств, что они непосредственно работают на полях, что они непосредственно работают на заводах. Это очень важно. Поэтому мы полностью, целиком, может быть, уверены, что будущее Дагестана в надежных руках. 311 гектаров виноградников – это масштабный инвестиционный проект, который реализуется по договору с Кизлярским коньячным заводом. Сейчас уже посажено 90 гектаров молодых плантаций, в планах на осень – еще 120. Это наглядный пример, как можно эффективно воспользоваться господдержкой, соблюдая все заявленные сроки и показывая результат. Технические сорта «Ркацители», «Униблан» будем готовить эти виноградники под механизированный сбор. Также на этом МИПе была проделана большая работа, очищено более 20 километров дренажных сетей, проделан подводящий водоканал 13 километров. И земля была подготовлена, благодаря чему мы смогли посадить виноград и в дальнейшем, я думаю, получать хороший результат. 8 тысяч тонн винограда уже переработано, а за год хотят довести эти цифры до 30 тысяч. Об этом примеру рассказали во время осмотра цеха, где перерабатывается урожай солнечной ягоды. Ежегодно эти показатели в Дербентском районе растут. О поддержке виноградарства и виноделия говорили уже на совещании. Потенциал многих районов республики для развития отрасли значительный и не до конца использован. В рамках заключенного соглашения между правительством Республики Дагестан и Министерством сельского хозяйства России в текущем году на государственную поддержку виноградарства и виноделия предусмотрены средства в объеме 615 миллионов рублей, в том числе федерального бюджета 584 миллиона рублей. Более 50% этой финансовой поддержки пока не распределено, уважаемые коллеги. Комитету ДАГВИНО необходимо обратить на это внимание, потому что освоение средств у нас должно быть 100% и по целевому назначению. К концу августа в республике собрано больше 26 тысяч тонн винограда, и эти показатели выше прошлогоднего графика на 14%. К сбору ягоды уже привлекается и специальная техника, что намного упрощает процесс. Виноградный комбайн – одно из самых оптимальных решений. Высокая конструкция опирается на колеса, движущиеся между рядами виноградника, а в середине смонтирована хитроумная машина, которая нежно стряхивает ягоды с куста.
Чтобы и дальше развивать виноградарство, нужно совершенствовать селекционную работу, налаживать логистику, хранение и переработку. Следовательно, это еще больше рабочих мест и налогов в бюджет республики. Россияны президенты Владимир Путин буйрығына көре, Дагыстанның муфтии Ахматажы Абдуллаев дин ва милли аралыкларны йорутлаштыруга эткен көрмөтлү кошуму үчүн деген хурметли грамота булан сауатланган. Отчаклыгы ва ийгилиги үчүн дагы да бир дагыстанлыга ор сауат берилген. Бафтугайны ватандашы Маамат Расул Рамазанов Украинада жүргөн хастау операцияда өзүн ор даражада көрсөтмө бажарганы саялы отчаклыкны ордени булан сауатланган. Шу ор сауатына огар Кызылурт шаарынын башчысы Маамат Маамматов тапшырган. Ол Кызылурт шаарыны шулай отчак улаулары булан өктөм болгонун айткан ва Маамат Расулга яңы сауатлар алматыны, шулай да хастау операция битип, үйүнө тездикте сау кайтматыны жараган. Хали сизин, урматтуу радио тыңдаучулар, Украинада жүргөн хастау операцияны барышы хакындагы акырынчы билдирүүлөр булан Россиянын оборона ведомствосунун хас вакили Игорь Коношенков таанышты. На южно-донецком направлении наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики. В результате грамотного управления, слаженных действий подразделений российской группировки войск, во взаимодействии с авиацией и артиллерией, все наступательные планы противника сорваны. Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток» все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии. На Донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск «Солидар» прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малая Ильиновка Донецкой Народной Республики завершились провалом. В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других боевых бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. На Кубянском направлении улучшено тактическое положение подразделений западной группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. Умелым применением средств поражения подразделениям вооруженных сил Украины нанесен значительный урон. Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии. На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» в течение недели успешно отразили 14 вражеских атак. Потери противника в течение недели составили до 540 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и воспрещении высадки противника на острова. По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений вооруженных сил Украины отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня. На данном направлении за неделю противник потерял до 230 украинских военнослужащих, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии. Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Маашкаладагы Россия мени тарихим деген тарих ял алуубауда Расулну асрусу, көрмөтлү адамны дазулары деген выставка ачылган. Выставкага барганлар шаирдин жашоосуна ва жаратуучулугуна экскурсия эткенден кайры да көплөр эшитмеген Расул менен байлаулуу болгон кабарларын да эшитмеге болажак. Это торжественное открытие юбилейной выставки «Век Расула. Грани личности». В концепции не просто биография поэта, а целая эпоха, в которой он жил и творил, которую дарил через свои произведения читателям из разных уголков планеты. Тематические подборки. Тематические подборки
главные темы творчества. 8 залов, и каждый раскрывает поэта по-своему. Здесь зритель словно листает семейный альбом и погружается в атмосферу домашнего уюта, качает на коленках любимую дочь или танцует под буркой с любимой Патимат. Музей на всю жизнь до, к сожалению, 2000 года стала для него жена Патимат. Очень много стихов посвящено именно ей. И она была, знаете, музой не только в Дагестане, она везде с ним путешествовала. Супруги Патимат и женскому образу в целом в экспозиции отведено особое место. Редкие снимки находили в архивах, оцифровывали и для проекта обрамляли стихами, воспоминаниями, цитатами Расула. В этой выставке где-то, наверное, несколько сотен фотографий. Здесь его фотографии с мировыми лидерами, с президентом Финляндии, президентом Кипра, легендарным революционером Эрнесто Че Геварой, с которым он на Кубе встречался, с Фиделем Кастро. То есть с этими людьми он не просто фотографировался, это были такие долговременные отношения, он же ведь как посол доброй воли, как дипломат тоже участвовал в каких-то переговорах, и они перерастали всегда у него в дружбу. И всегда, где бы он ни был, он всегда привозил оттуда какой-то сюжет интересный. И всегда старался связать его с Дагестаном. Многогранность Гамзатова как политика, общественного деятеля, как поэта, отца большой семьи, как друга, кунака, именно таким разным и хотели показать, а точнее вспомнить Расула через собранные снимки и стихи. Интересно творчество Расула Гамзатова. Сейчас, тем более, проходит юбилей, много мероприятий. В ближайшее время тоже намечается много мероприятий в городе. И сейчас было очень интересно пройти, послушать, как сама выставка проходит, как она организована именно здесь. Ну, здесь очень много рассказывалось про его отца, про его семью. Много я даже не знал, что было удивительно. И вот и в конце еще викторина была. Я как раз начал отвечать на нее. И вроде пока верно. Я узнала много интересного о Расуле Гамзатове, особенно о его завещании. Он написал то, что свое завещание оставляет в книгах, что оставляет его жителям Дагестана. Мне бы хотелось даже больше узнать о нем, именно поэтому я пришла сюда. Сейчас хожу, смотрю о его биографии, о его семье. Зал о творчестве поэта, о его мировой известности, отдельный стенд посвящен журавлям и их олицетворению в памятнике, что стоят по всей стране. Ну а в завершении... Посмотрев уникальную выставку, посетители могут проверить свои знания в этом зале. Здесь викторина, к примеру, о творческом пути Расула Гамзатова. На вопрос: Расул Гамзатов неоднократно заявлял, что он как поэт формировался под влиянием и воздействием двух литератур. Каких именно? Предполагаем, что аварской и русской, и это верный ответ. Проникнуться творчеством поэта и познать все грани личности Расула Гамзатова можно до конца юбилейного года. Дагыстан деген баялык агентлигинин майданына Дагыстан Республиканын маданият министри Зарема Бутаеванын ортакчылыгы булан пресс-конференция өткөрүлгөн. Шонун барышында ведомствонун башчысы баялык курулуштардын вакилдерине Расул Гамзатовдун 100 жыл юбилейин белгилөөнү өлчөүнү өткөрүлөчөк деп көзөлгөн турган чараланы хакында кабарлаган. Саулайыл Расул Гамзатовдун эстелигин дайымлаштырууга ва яратуучулук варисигин жашоого чыгарууга байлаулуу ар түрлүү чаралага, шулай да шаирлик акцияларга багышланган. Бүгүнлөрдө биз юбилейнин лапта асуу чараларына жол ачабыз. Сентябрь айынын 8-инен баштап 10 айылы шаирдин 100 жылдыгына багышланган маданият программаларын белгилейбиз. Шулардын арасына Расул Гамзатовдун атындагы аллейде түш вакты саат 2-ден баштап акшамса 7 болгунча өткөрүлөчөк «Мени Дагыстаным, биздин Расул» деген чебер фестивалда кирем. Фестивалдын өлчөүнү Дагыстан Республиканы министрлери, Маш калаанын мэриясы, муниципал курумлардын администрациялары менен бирге юбилейге багышланып, шаирлик акциялар, китаптар ва сувенир маалдар сатуу өткөрүлөчөк. Соңуна фестивалдын өлчөүнү сурат этүүчүлөргө Расул Гамзатовдун суратын этмек үчүн хас жерлер көрсөтүлөчөк. Шаирдин шуулары чалыначак ва жазуучулар менен жолугуулар өткөрүлөчөк. Рус театрынын алдындагы адабият майдан өзүнө айрыча тергөөнү тарта деп эскерген Зарема Бутаева. Сентябрь айынын 8-инде өткөрүлөчөк асуу чараларынын лапта асуусу ак турналар деген Гамзат күндөр санала. Ошол күнгө 55 жазуучу кошулачак. Артына агун сентябрь айынын 9-унда Гамзатовдун эстелик ташына гүл байламдар салыначак деп көзөлгөтүлган. Соңуна
Ленинчи комсомолну аттыннағы ял алу бауда Хамзатовны эсселигіне бағыштанған хас митинг өткерлежек. Шөгінні ақырынна Расул Хамзатовны «Булаклары» деген проектіні өлчөгінне «Адамлар, адамлар, өр юлдузлар» деген музыкалы театрлаштырылған шайырлик чара өткерлежек. Чараны өлчөгінне мастер-класслар, мультимедиа ва сурат выставка болажақ, шолайда спектакль көрсетілежек. Улы өлчеуде өткерлежек концертні барышынна үлкені халқуа ат қазанған артистері ортақчылық етежек деп қарауылана. Шоланы арасында актерлар Дмитрий Дюжин, Екатерина Гусева, Михаил Морозов, Ираулар, Аскар Абдразаков, Зара, Сергей Волчков, шолайда республиканы белгілі уәкілдері болажақ. Егерде көплігіннен заллаға адамлар сыймаса, қарама сүйегелер үчін Ақшам саат 6-да Русуа Ауар театрланы алдыннағы орамлаға салынған экраллардан таба тура концерт юрлежек. Сентябр айны 9-на байрам чаралар Хунзақта узатылажақ. Онна яңыртылған соң турналар деген эстелик комплексіне ачылуы өткерлежек деп қарауылына. Республиканы Маданият Министерлігі мастер-классланы, мультимедиа ва сурат выставкаланда куршап, шайырни барда яратуучулугун бир болуштукта көрсөтмө болгон мультимедиа экспозицияны яратууну үстүнө иш көрө. Дагыстан Республиканы Маданият Министри Зарема Бутаева билдиргени эмек, сентябрь айынын 21-не ва 22-сине Машкалада ва Дербентте Дагыстан Республиканы башчысы Сергей Меликовдун септесине көрө Федерациянын Совети үчүн парламент форум өткерлежек деп көз алгаттуган. Валентина Матвиенко өз кезегинде көп чараланы, секцияланы, пленар кеңешлени, театр кунак ва улуу өлчөүдөгү ауыз яратуучулук чыгышчаны кушайган форумну өткөрүүнү янын туткан. Сентябрь айынын 28-инде Расул Хамзатовдун юбилейин белгилөө чаралар гастроль тур булан Кремльде, Санкт-Петербургда, Минскте, Бакуде, Ташкентте ва Бишкекте узатылажақ. Пресс-конференция Дагыстан Республиканы Маданият Министри Зарема Бутаева ва Дагыстан деген баялық агентлігінің директоры Махаммад Махамматов Расул Хамзатовны шырусын оқу бұлан тамамланған. Чатны хақынна Дагыстанның қыса салалар министерлігінден білдірген емек, бүгінлерде Дагыстанның районларына ел ва бұз бұлан бірге күчлі яңғырлар яумаға имкалық бар. Ташқынны күчі бұлан, кичі өзелерден су чығып, яйылмаға бұлан. Тауларда бұса, сүрлігулер болмаға имкалы. Шыны бұлан, бүгінгі яңғырлар деген баялық программаны тамамлайбыз.